Hi guys, Magandang Kapon, что значит добрый день по-филиппински. Сегодня мы с вами пройдем пробовать коконат, кокос. И будем разговаривать с местными жителями, выбирать кафе, где мы будем есть. Так что будет интересно. Погнали. Кокосовое кафе. Можно купить кокосовый сок, целиком кокос. Hi. Сейчас я тоже буду покупать кокосовое молоко. Очень полезно для здоровья, для мозга, для сосудов. Что? Я жду в свою очередь. Ищет дачу. Excuse me. I want to buy one cup. How much? 20. Mm-hmm. 20 песо стоит one cup кокосового молока. Так он выглядит. Ага. Thank you. Thank you. Так оно выглядит. С кокосом внутри. Сейчас попробуем. Очень холодное. Очень свежее, очень бодрит, ребят. И вкус сладенький. Вот такие цены, ребят. Кафетерий рядом со мной. В принципе, неплохие цены. Вот так это все выглядит тут. Небольшая. Кафетерия. Очень скромненько, но готовят тут вкусно, уже проверено. Hi, how are you? Do you speak English? What? No. А what is it? Ага. А what is this? Чапсой. Ага. It's fish. Ага. А what is it? Утан. Утан. Ага. А this is панцит, панцит. Ага. А this is сисик, порк сисик. Ага. This is сириган. Сириган. Ага. Сириган. Ага. А this is нуги. Ага, окей. А this is адобо. А, адобо. Ага. This is пата. Пата. Thank you. Также у нас есть тут fish, chicken. Вот. Вот такое вот у нас тут обед. Thank you. Hi, hi, how are you? Hi, hi. Do you speak English? Yeah. Yeah, of course. Nice, nice. Where have you been? Me too, a little bit. I learn English here. In Olayula. Bakal ka tubutong? Ah, what is it? You buy buko? Ah, buko. Oh, yeah. Maybe later. What is it? Joel. Ah, Joel. Maybe later I will buy. Mm-hmm. Thank this you. Is my store. Ah, yeah, yeah, yeah. Oh. It's good. What's your name? What's your name? Sensu. Sensu. Oh, yeah. Okay, okay. Again. Nice to meet you. Okay. See you next time. Вот такой разговорчик выдался у нас с филиппинцем. Тут район. Hi, hi, hi. Yeah, thank you. How are you? Практически каждый говорит на английском языке. Здесь еще одна кафешка. Такой simple район, в котором я сейчас живу некоторое время. Это обычная жизнь. Детей играют мяч самодельный. Hi. Hello. Hello, hello. How are you? I'm fine. Yeah, do you speak English? No. Yeah. Thank you. Hi. Вот такой райончик, где я живу. А, машет рукой мне. Очень доброжелательный народ здесь. Практически каждый улыбнется, каждый. Hi. Каждый тут очень дружелюбен.
Я иду сейчас тебе домой. Очень вкусный. Кокосовое молоко, ребят, с кокосом. Супер просто. Еще одна кафешка. Дают люмпии. Hi. How much one люмпия? 3 for 20. А, 3 for 20. Thank you. Вот, довольно-таки дешево. Цены дешевые. Вон девочки делают вкусняшку. Hi. Так живут эти филиппинцы. Чуть побогаче кто-то, кто-то чуть победнее. В целом, они счастливы, довольны жизнью. С кем бы я ни говорил, они все довольны тем, что происходит. Скоро тоже будут ходить интервью. Вы будете сами, так сказать, убедитесь в этом. Такие филиппинцы дружелюбные, отзывчивые, открытые люди. Мы ходим на улицу Мандуриао, на проезжую часть. Как раз таки есть дорожка для бега. Тут часто люди на велосипедах катаются. Вот. Это мы уже идем к моему дому, где я живу уже какое-то время. Вот. Все улыбают, все довольны, все счастливы. Хай. Это вот мое место, где я живу. Там вот. Сейчас пойдем посмотрим кафешку, где мы будем есть, ребят. Зашли в кафешку мою, ребят. Hi, hello. Good morning. Так вот тут цены мы видим. Бихон, пансит, миства, сатанхон. Экстра супер. Что мы будем есть, ребят? Выбираем бихон, пансит, миство. Maybe бихон. Давайте посмотрим, ребят. Еще продают вот рис, видимо, здесь, ребят. С плюшки. Сейчас мы купим тогда бихон. А how much бачой? That's the price, sir. А, ага, пансит, мисва. А бачой 11. А, maybe one бихон. 70. What size super? Super. Super. Yeah, thank you. Bon appetit. Это филиппинцы. Do you speak English? A little bit. Good. Me too. I speak English a little bit. I learn English now in Ulaila. Yeah. It's a good place, really. Yes. It's a nice place. Yeah. I like Philippines, really. Is this your first time? Huh? First time come here? Yeah. It's yeah. From what country? Russia. Oh. Yeah, from Russia. Russia. Know how to English? I don't speak English. Yeah, only Russian language. Yeah. Yeah, really. Сейчас мы ждем, ребят, нашего обеда. No American, Russian. Maybe only Russian live here. Only few Russian people live here. How long you stay here? Maybe 2 months. Already? Yeah. So how's your experience here in the Philippines? Yeah, it's really nice. I like this place. I like Filipino people. It's really friendly people. Really friendly, happy people, lucky people. They, I think. Do you like the hospitality of the Filipino? Yeah. Maybe I stay here longer, maybe. Вот. Вот такой разговор, ребят. Yeah, really nice. Скоро покажу вам бихон. Супер. Ребят, пробуем. Почуй. Сейчас. Mm.
It's nice, ребят. Там есть чесночок, лапша, мясо различные, снежка, приправы. Так что, ребят, всем советую. Ну все, ребят, очень вкусный обед был. Пора платить за него. 70 песо стоил суп, плюс рис или какая-то лепешка из риса. Где-то 80 песо. Сейчас заплачу. Окей, окей. На 1000 сдачу. Слишком много было, 1000 дал. Ждем. Да, вкусно, все вкусно. Yeah, maybe, yeah. Maybe now I... maybe my first day, my blogger. My blogger day. First day. Yeah, first day. Сейчас мы ждем свою сдачу. И пойдем домой, ребята. Буквально эти 2 минуты.